Катя, ну скажи, ты готова выступать? Да. Отлично. Вот с таким настроем мы будем поднимать большую-большую штангу. Спрова не вдала. Представляємо учасниць Кубку України серед чоловіків та жінок та всеукраїнського відкритого турніру на призи олімпійської чемпіонки Наталії Скапун з важкої атлетики. Вагова категорія 76 кілограмів. Ровненько вверх. Отлично. Вверх работай. Подержала. Умница. Давай. Намазалась и злее подходи. Локтями вверх его вытаскивай. Мощно. И подержи. Так мы сделали рывок. К сожалению, 65 не порвали, но 63 сделали очень легко и уверенно. Ты готова толкать? Готова. Отлично. Все, дальше мы толкаем. Умница. Давайте. Уверенно тянем в подрывчик. Встаем. Вытолкни и упрись. Подержать. Встала, глубокий вдох, выдох, через тягу. Максимально взорваться в подрыве. Максимально. И встала. Встала, встала, упрись. Фиксируй, фиксируй. Становить 80 кг. Наступного рекомендуется номер 7 Костенко. Через тягу, помнишь, да, в упор и пошла. Глубокий вдох, прогиб. Встаем, встаем. Ручками мощно. Как же без травм придется лечить ногу месяц, наверное. Ну что, мы закончили поднимать штангу. Сделали в толчке 79, но была динамика большая. Прям подход за подходом, подход за подходом. Но результат увеличили. Молодец. Да?
Точно? Наверное. Ну а 81 не потолкала. Где ж ты молодец? Вот еще раз. Придется ее убить. Пока.